21-й по счету турнир по волейболу, посвященный памяти Владимира Корвата, прошел в Брестском областном лицее имени Машерова. Турнир приурочен к юбилею летчика, которому сегодня, 28 ноября 2023 года, должно было исполниться 65 лет. Торжественная церемония закрытия турнира объединила 6 команд колледжей и лицея. Для нас вот это единение, единение молодежи. Пусть они знакомятся, и знакомятся на таких турнирах, посвященных памяти наших героев. Поэтому мы очень рады, что именно у нас в лицее прошел ряд игр, прошел финал, и сейчас ребята получат заслуженные награды. А для нас главная награда – это то, что вот мы содействуем единению нашей молодежи и воспитанию ее на тех принципах, которые нам дороги и близки. Интерес к мероприятию огромен. Налицо высокий уровень подготовки всех участников. А победа – показатель качества, ведь участие в турнире памяти Корвата почетно и ответственно. Сегодня у нас игра не пошла, поэтому и проиграли. Какое место? Четвертое в итоге турнир. Последнее. Не последнее. Морально было тяжело, потому что ответственность, во-первых, а во-вторых, как будто честь лицея, что ли, все такое. То есть, морально было тяжело, а физически, как обычно, наверное. Я считаю то, что именно такие турниры, во-первых, сплочают коллектив среди учебных заведений, и я считаю то, что они воспитывают патриотизм в детях и подростках. И считаю то, что именно такие мероприятия необходимы. Поддержать и наградить участников соревнований сегодня пришла Светлана Козлович, заместитель главы администрации Ленинского района города Бреста. Мы каждый год стараемся подбирать разные категории участников. В этом году турнир прошел среди учащихся школ наших Ленинского района и среди учащихся колледжей и лицеев, тоже расположенных на территории Ленинского района. Уже прошли игры среди участников команд школ, завершились 23 ноября, а сегодня мы присутствуем на подведении итогов турнира среди команд учреждений среднего специального образования, и областной лицей также принимает участие в сегодняшнем турнире. Поэтому совсем скоро мы узнаем победителей турнира 21-го турнира памяти первого героя Беларуси Владимира Корвата. И, конечно же, я уверена, что ребята, которые принимают участие в составе команд, вырастут настоящими патриотами. Но соревнования есть соревнования. Победителями 21-го турнира и обладателями кубка имени Владимира Корвата стали учащиеся Брестского политехнического колледжа. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.